у нас сыпется. Аж страшно. Грагин из «Голубиное яйцо». Спрятались в веточках, бедолаги, воробушки не успели улететь, спрятались прям в веточках. Сыпет и сыпет, а там у меня подснежники. Не хочет успокаиваться град. Бедолаги воробушки так и сидят там в веточках. Не успели они улететь. Мои ж вы хорошие. Где-то ж в корешки спрятались. Фунтик наблюдает, что там творится. Фунтик, посмотри на меня. Страшно на улице? Страшно. А в доме тепло и хорошо, да? Я думаю, что там два воробушка, а там их целых 6 штук. Вот. Проголодались и пошли кушать кормушку. У меня здесь и сало висит свежее, и птичий корм. Вот. И град плавно перешел в дождь. Столько. Белым-бело. Это у нас 17 марта 2021 года. Прошел примерно час. Еще старый град не успел растаять. И у нас сейчас все сыпется заново. Очень страшно. Гремит гром. Молния сверкает. Такая вот погода у нас сегодня. Аж немножко страшновато, все темно. Сейчас град помельче, но более густой. Этот раз не знаю, успели улететь птички или нет, потому что они целый день крутятся возле кормушки.